Друзья, всем привет! Вы на канале Советы и Лайфхаки. Сейчас зима и очень хочется витаминов. Вы только посмотрите, как сильно затупился мой нож. Им просто невозможно резать. Таким ножом можно делать только массаж ладоней. Сейчас все исправим. Два деревянных бруска, длинный 21 сантиметр. Высота 1 сантиметр. Высота 2 сантиметра. Деревянные бруски нужно склеить между собой и выдержать угол 90 градусов. Угол получился 90 градусов. Зафиксировать конструкцию в тисках. Друзья, любые замечания или предложения по моей работе оставляйте, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Для прочности конструкции нужно скрепить деревянные бруски шурупами. Отмерить расстояние 2 сантиметра. Отмечаем по линии 2 сантиметра и 8 сантиметров точка, соответственно. Металлические шайбы с резиновыми вставками – это будущее крепление для заточки ножа. Правильный угол для качественной заточки ножа должен быть 17 градусов, 18 градусов. Делаем отметку, проводим линию. Посередине линии делаем отметку для будущего отверстия. Делаем отверстие. Деревянный брусок и металлический прут. Отмерить середину деревянного бруска и сделать отверстие. Металлический прут 3,5 мм. Вот что получилось. Наждак зернистостью 1500. Сделать разметку под деревянный брусок. Вырезаем нужный кусок наждака. Молекулярный клей. Приклеиваем наждак к деревянному бруску. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны мира вы смотрите мои видео. Вот такая конструкция у нас получилась. Так наш станок должен работать. Сделать отметку для будущего изгиба. Вынуть металлический прут. Закрепить нож в нашем станке. Вставляем деревянный брусок с наждаком и смачиваем его водой. Приступим к заточке ножа. Я очень вам рекомендую посмотреть и другие полезные видео на моем канале. Одна сторона ножа достаточно заточена. Меняем положение ножа. Друзья, я стараюсь работать только для вас. Приступаем к заточке другой стороны.
не забываем смачивать нож водой. Подписывайтесь на мой канал, здесь много интересных советов и лайфхаков. Первый этап заточки ножа окончен. Пальчиковая батарейка. Очистить батарейку от наклейки. Зафиксировать батарейку в тисках. Сейчас для заточки ножа применим зубную пасту. Нанести зубную пасту на батарейку. Приступим к завершающей стадии заточки ножа. Сейчас нож будет острый, как лезвие. Друзья, смотрите и другие полезные видео на моем канале. Очистить нож от пасты. Мы добились очень хорошего результата в заточке ножа. Сейчас я вам это продемонстрирую. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!